Время суток, дамы и господа, и с вами Кирилл Широков, и сегодня у нас отличное продолжение для шахматного феникса. С нами на связи Виталий Киселев, это старший тренер Международной шахматной академии, международный гроссмейстер с рейтингом ФИДЕ 2563. Привет, Виталий. Добрый день. В общем-то, как я уже сказал, Виталий является старшим тренером Международной шахматной академии, и, в общем-то, вам сразу в голову приходит вопрос, что же это такое? Это Академия шахмат, которая поможет вам поднять свой уровень игры. И вот с какой помощью, вот сразу обращаюсь к Виталию и задаю ему парочку вопросов. Виталий, расскажи, пожалуйста, немного о шахматных вебинарах. То есть с какой целью они проводятся и что будут из себя представлять? Ну, вообще занятия шахматами по интернету – это отличный шанс для тех, кто хочет заниматься шахматами с хорошими тренерами. Интернет в этом плане помогает преодолеть любые географические расстояния, да? То есть мы можем находиться во Владивостоке, а заниматься с тренерами из Москвы, к примеру. Серия вебинаров, мы назвали ее «Вершина мастерства», это хорошая возможность для тех, кто хочет заниматься с лучшими тренерами, не выходя из дома. Вебинары будут проводить Ну вот несколько да. человек. Ну, Да, вот буду сразу. проводить я и международный гроссмейстер Владимир Добров. Мы сейчас ведем переговоры еще с несколькими известными тренерами еще советского периода. Если назвать несколько имен, то это Виктор Гавриков, Геннадий Кузьмин и, может быть, получится договориться со Свешниковым. Это мастера игры, которые являются заслуженными тренерами и работали с шахматистами мирового масштаба. Именно от них мы хотим получить ответы на многие вопросы, которые не пишут в книгах и которые нас интересуют всех. Ну, отлично. То есть, в общем-то, вы, ребята, должны представлять, кто будет с вами работать и в каком ритме это будет проходить. Ну вот, Виталий, еще такой вопрос. Кто будет ведущим вебинаров и какие гости будут приглашаться на эти вебинары? Да, ну и как я уже говорил, значит, вести буду я, и соведущим будет тоже гроссмейстер Владимир Добров. Он является тренером сборной Венесуэлы сейчас и живет в Латинской Америке. Отлично. Так что, да. И, как я уже говорил, будут VIP-гости приглашаться. Где-то раз в 3-4 лекции будут приглашаться VIP-гости. Ну и фамилия тоже уже назвал. Да, вот, Виталий, такой вопрос, в общем-то, на самом деле, огромное количество шахматистов разным уровнем в нашей группе. И вот такой вопрос, естественно, разумный. На какой уровень подготовки рассчитаны вебинары? Вебинары рассчитаны, в принципе, на шахматистов всех уровней, но особый интерес они будут представлять для шахматистов, начиная со второго разряда, примерно. Тут нужно говорить об относительности разрядов, потому что сейчас система оценки сбилась, поэтому, конечно, для шахматиста высокой квалификации будет легче понять, о чем идет речь. Ну, так, в общем-то, всегда и есть. Ну, вот сразу тоже мне в голову такой вопрос лезет. Будут ли какие-то бонусы для участников вебинара? Ну, 100% можно будет скачать в скором времени запись вебинара с интернета. Да. Ну, во-первых, только участники семинара смогут принимать участие в конкурсах, в тестах, в турнирах, которые мы будем проводить именно непосредственно для участников. Во-вторых, всем участникам будет выслано задание и материал, которое будет составляться индивидуально. И, то есть у нас есть несколько помощников, которые будут обрабатывать всю информацию. И в-третьих, самое главное, на вебинаре можно будет задать свой личный вопрос, то есть мы можем разобрать и обсудить именно как бы вашу проблему в игре, да, для тех, кто будет записываться, кто будет участвовать. Отлично. Виталий, последний вопрос, ну, собственно, больше не знаю, что спросить. Ну вот что требуется, чтобы записаться на вебинар? Да, достаточно заполнить форму на сайте, и с вами свяжется как раз администратор и помощник для дальнейших действий. Ну, я думаю, что занятие это будет, естественно, не бесплатное, потому что такие люди такого уровня, я думаю, бесплатно ни с кем работать не будут. Но расскажи немного о ценах. Да, ну, первый вебинар мы хотим провести, как бы, чтобы рассказать вообще, показать, что это будет.
Но чтобы сделать какое-то ограничение, будет чисто символическая плата в виде 100 рублей за вебинар, за участие в вебинаре. Да, вот такая вот отличная акция для участников шахматного Феникса. Ребята, вы найдете под этим видео ссылку на шахматную академию, прочитайте всю информацию еще раз, обдумайте. Я думаю, каждый из вас не пожалеет 100 рублей и придет на вебинар и улучшит качество своей игры. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за внимание. С вами был Виталий Киселев, Да, международный всего гроссмейстер, хорошего. и Кирилл Широков. До новых встреч!